Присматривается сын луклетки. Ему 25 лет, рост 177 сантиметров. Его вес составляет 70,7 килограммов. Профессиональный дебют. Базовый стиль ММА. Он из города Бишкек, Республики Кыргызстан. Майрамбек Маматрасул. Его соперник в красном углу, ему 19 лет, рост 176 сантиметров. Его вес составляет 70,8 килограмма. Профессиональный дебют. Базовый стиль дзюдо. Он из города Грозный. Россия. Алихан Мусаев. Рефери Ашот Ашубьян. Алихан Мусаев против Майрамбека. Майрамбека Маматрасула. На титре у нас Майрамбек было написано, наверное, так. Более привычно, да, лад для нас. Но это немного другое имя. Ну что ж, первый международный бой. Да, первый международный поединок, кстати, правильно заметили. И традиционно, да, у нас много участников всегда из стран Средней Азии. Ну а чего, если брать мир единоборств, не так много где развиваются смешанные единоборства быстрее, чем в Киргизии и Таджикистане. Я уверен, что все любители смешанных единоборств назовут 2-3 фамилии, многие из пару десятков. Пытается прессинговать Мусаев. Ну, и стоит он в левше, то есть он неудобный. У левшей всегда есть некоторые... Ой, как интересно! Кстати, довольно редкий бросок, когда накладывается рука себе на бицепс, на трицепс. Обычно бросают, когда рука находится на шее. А в отличие от броска, который, когда рука на шее, этот считается безопасным. То есть соперник у тебя не останется за спиной. Сейчас он не получился, этот прием. Вообще он классный. Один, перевод классный. Один из немногих бросков за руки, которые ну, рекомендуется использовать смешанных единоборств. Ну, просто классический, например, греко-римский самбийский вертушки. Это зачастую... Как бы предтечь удушающую пыль. И локти. Вот идут. Как интересно. И такая вот доминирующая позиция. Попытка обратного рычага локтя. Редчайший классный прием. Ну здесь еще попытка треугольника, да. Еще заправлено. Шикарно. Слушайте, ну о грэпплерских талантах можно сказать только самое лучшее этого спортсмена. Подкрутиться бы сейчас еще. Я не вижу, что там с рукой. Ой, не в ту сторону подкручивается. Опаснейшая ситуация для Майрамбека Маматрасула. Пока он, кстати, контролирует. Обратите внимание на положение его руки. Оно пока в норме. И положение его спины. Вот не подкручивается сейчас чеченский спортсмен. Казалось бы, все забрал. А подкрутиться бы просто вот в ту сторону, куда он сейчас это начал делать. И все... уже, в общем-то, движется к победе. Вот сейчас, да. Есть. Знаешь. Да. Отлично. Самая быстрая победа этого турнира. Маматрасул вынужден был капитулировать. Алихан Мусаев вот так вот выходить из дзюдо. Очень успешно дебютирует в профессиональном ММА. Ничего себе. Ну, кстати, дзюдоисты довольно редкие гости в смешанных единоборствах. И приятно всегда их видеть. Это олимпийский вид спорта и переход из олимпийского вида спорта в смешанное единоборство. Это само по себе поступок. Круто. Круто, отличный бой. И немножко там замешкался, может быть, какой-то момент спортсмен. Но в итоге победа есть победа. И досрочная победа, она всегда безоговорочная. Поединок остановлен на второй минуте 30.